цифры, провода и трубы. Доброе утро, зануда, бортовой компьютер. Здесь сливаются в одно выходные будни. На орбите одному так трудно снять тяжелый скафандр и выйти отсюда. Отдать себя бесконечности, ни о чем не думать. Эти мысли посетят меня со светом лунным. Я вовремя одумаюсь и останусь на судне. Выгляну из люка и под любимую песню увижу, как за сутки затопит поднебесную. Вот тут-то и начнутся все войны и бедствия. Из этого кресла услышу, как планета треснула. И вряд ли интересно вам дикое стадо. Разбегаться не положено, вас всех пасут. Здесь даже умереть не получится бесплатно. И не поймешь уже, где лучше, тут или внизу. Истощение, земля под напряжением. Видимо, все это дойдет лишь методом брожения. Так что прошу прощения, приземлюсь между вами. Пройду все процедуры, отмокну в горячей ванне. Переоденусь быстро, напишу сообщение. Первым делом к отцу, по-другому нельзя. Спустя 2 дня я поздравлю тебя с днем рождения. И ты обрадуешься мне, ведь мы теперь друзья. А у меня все так же, время съедает жадно. Улетел уже давно, приземлился недавно. Эти травмы вылечил звездными травами и мыслями о том, как быть, когда кончится плавание. Выползти на солнце или зарыться в снегу. Сколько лаве за воздух отстегивать пастуху. Ныряя в суету, решать все на бегу. Вот и выбирай, где лучше, тут или наверху. Наверху, наверху так темно. Землюсь по весне, наверху так темно.